Наша съемочная группа побывала и на следующем этапе фестиваля «Литературное творчество, проза и поэзия». Подробности в сюжете. Это не просто выйти на сцену и перед полным залом прочесть стихи так, чтобы они затронули сердца слушателей. 14 концертных номеров и каждый со своим настроением, своей историей, оригинальной постановкой и художественным оформлением. Многие из выступавших попробовали себя в этом творческом амплуа впервые. Синеву небес прозрачных, чистую до слез разбавляю белизной кружевных берез. Ощущения интересные, конечно, определенное волнение есть, но хотелось свое творчество показать, и если не сейчас, то когда это сделать? Свое творчество – это не шутка. Ирина Захарова читала на конкурсе произведения собственного сочинения. Пишу в основном о природе. Я хожу на работу по нашему парку, и вот буквально за 10 минут иногда рождается стихотворение. В пангонах надели войлок. Прекратились птичьи трели, в снежный плен родной поселок погрузился до капели. Александр Болдин пишет стихи давно. Они и о любви, и о дружбе, о жизни, и о морали. Прочесть свое произведение без запинки у него получилось не сразу. Он начинал выступление дважды, подаваться из зала. Почему сбился? Ну, запнулся, можно сказать, только потому, что не хотел упустить тему, которая в голове застряла для нового произведения. Разнообразие тем и стилей, и, конечно, талант участников фестиваля сделали концерт зрелищным и проникновенным. Моя любовь бескрайняя, как море, мой ангел, моя дочь, как сказка наяву. Делюсь с тобой и в радости, и в горе, и верою в любовь я на земле живу. Ну, это была песня, написана, когда вот этой девушке по имени Любовь было 2 года. А когда мы узнали о конкурсе, мы решили, что надо сделать такой номер, чтобы 2 поколения, учитывая то, что Люба тоже работает в нашей структуре. Вот, и мы дописали 3-й куплет, и вот получился такой номер. 22 участника из 10 филиалов общества и полный аншлаг в зале. В концерте звучали произведения известных авторов Виктории Крючковой, Александра Блока, Эдуарда Осадова. И я наплевать, если будет странным. Почти по-мальчишески хохочу. Я верю жить в холодах туманных, среди дел нелепых и слов обманных, хоть режьте не буду. Конкурс однозначно не рассчитан на то, чтобы люди соревновались. Это конкурс, когда появляется возможность, ну, просто продемонстрировать то, что здесь работают не только инженера и операторы, не только экономисты и строители, а работают творческие люди, которые умеют и читать, и писать, и петь. А мне этот город зимой очень дорог, и летом он тоже похож на друзей. О нем есть немало, тех мест, где бывало, встречаешь нередко хороших людей. Они не соревновались, а показывали, насколько талантливо можно читать и писать стихи, перекладывая их на музыку. Как интересно можно жить в снежном надыме. Жюри фестиваля постаралось отметить каждого участника в разных номинациях. Впечатления самые замечательные, самые приятные и самые неожиданные. Потому что я на самом деле не ожидал, что у нас в обществе столько талантливых людей. Это здорово, это просто здорово. Хочется на самом деле пожелать успехов в дальнейшем, в будущем и в работе, и в творчестве. Открытый корпоративный фестиваль «Газпром. Творчеству нет границ» продолжится в апреле. Следующий этап будет посвящен творческой видеоэстафете. Будете принимать участие и дальше? Обязательно, обязательно. Это же наш фестиваль. Мы работаем. «Газпром. Добыча на дым». Ну кому как не нам радоваться и нести эту радость. Оксана Захарова, Сергей Чирков, телевидение общества «Газпром. Добыча на дым».